В эфире шоу «Рассмеши комика дети», шоу, в котором каждый ребенок с хорошим чувством юмора может заработать хорошие деньги. Меня зовут Настя Гаменских. Здравствуйте! На вопрос, кого вы больше любите, маму или папу, некоторые дети отвечают папу, так как папа никогда не ходит в школу, когда его вызывают. Другие говорят маму. А почему же ее не любить, когда тебе 30 лет, она для тебя и готовит, и стирает, и убирает? Но в основном все дети говорят, что любят своих родителей одинаково. Чего не скажешь про наших комиков. На вопрос, кого вы больше любите, дядю Вову или дядю Женю, все дети отвечают Настю Каменских. Зато я люблю наших комиков одинаково! Как и Владимира Зеленского и Евгения Кашевого! Привет, ребята! Привет. Добрый вечер, здрасте! Добрый вечер! Здрасте! Привет! 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 Что такое? Что с настроением? Что такое? Что такое? Что? Знаете, как... Такое ощущение, что тебе одновременно радостно и почему-то грустно тебе, да? Заключительная программа в этом сезоне. И как-то так и вроде весело, потому что все дети были очень классными. Да. Я очень горжусь нашими детками. И программа у нас были веселые, да. Аплодисменты. Да. Ну, как бы уже пора прощаться. Как-то вот такое странное настроение. Давай я тебя обниму. Давай. Пока. Финальная передача. Да, подожди еще. Да, финальная передача. Я долго терпел. Дай помогу. Хватит. Все. Я говорю, хватит, все хотят попрощаться. Давай. Грустно. Объясняю правила. Если наш маленький участник, вышедший на эту сцену в течение минуты, заставит кого-то из комиков смеяться, они заплатят ему 1000 гривен. Эти деньги можно забрать и навсегда покинуть нашу студию, а можно рискнуть и пойти на вторую минуту, которая в случае успеха принесет участнику 5000 гривен. Смех комика на третьей минуте стоит 10 тысяч гривен, на четвертой 20 тысяч. А если удастся рассмешить их и на пятой минуте своего выступления, победителя ждет главный приз – 50 тысяч гривен. Но если на любом из этапов в течение минуты никто из комиков не смеется, участник уйдет отсюда ни с чем. В общем, правила просты. Задача детишек – рассмешить комиков любым способом. Задача комиков – не смеяться ни при каких обстоятельствах. А моя задача – следить, чтобы все было по-честному. Знакомьтесь, это мое рабочее место. Эта кнопка старта надает отсчет начала выступления участника. Как только я увижу, что кто-то из комиков засмеялся, я нажимаю эту кнопку. И это будет означать, что участник выиграл. Если в течение минуты ни один мускул не дрогнул на лице Евгения, а Владимир даже не попытается сложить свои губки в трубочку, как он обычно это делает, это автоматически означает проигрыш. За этим я буду следить вот в эти два монитора. По-моему, все понятно. Давайте начинать. Ах ты наша арбузинка! Солонуха Даша приехала к нам из поселка городского типа Арбузинка Николаевской области. Меня зовут Даша Солонуха, мне 8 лет, и я из Арбузинки. Хожу в школу и хожу на вокал. Мне подобається співати тихо-тихо. Пісня така. Певица. Это у нее. Певица и все. Любит очень она это дело. Она с 2 лет у нас поет, как бы себе напевала, а потом говорит, ну запиши меня уже в музыкальную школу. Я хочу петь. Ты спеваешь, ты спевачку, и, типа выступаешь на всех, и ты знаменита. Я хочу стать знаменитой и побачить Зеленского, и Кошевого, и Настю Каменских.
Я вийду на сцену, буду дивитися на кошевого, подарую їм подарунки, і Насті Кам'янській подарую подарунки, попрошу сфоткатись зі мною і вони будуть мене питати, а я буду відповідати. Мені це буде легко, бо я все время дивлюсь їх по телевізору і дуже добре їх знаю. Сбывается ее мечта, это для меня очень много значит. Спасибо огромное ребятам, что они так вот сделали такой проект. Это для детей очень большой шанс как бы себя проявить, показать. И то, что мечта сбылась, это уже для нее. Это для меня главное. Мама желает твоей удачи, чтобы ты выиграла, чтобы мечты все твои сбывались всегда. Хорошо? Хорошо! А я вот а таких вот очень люблю. Привет! Маленькая арбузинка. У тебя такие красивые туфельки там у тебя, да? Да. А это у тебя там дырочки, там пальчики у тебя выглядывают? Нет, да? Это да. Туфельки такие. А, это такие туфельки, да, солнышко? Ну скажи, сколько тебе лет? Мне 8 лет. 8 лет? Ты когда-нибудь выступала на большой сцене? Нет. Это первый раз? Да. Не боишься? Нет. И Женю не боишься? Нет. Он же крокодил, посмотри. Ну не страшно. Ну что? Вот. Ты в хорошем настроении? Да. Очень клево. А вы знаете, что Даша, прям, мне кажется, моя сестра. Потому что, во-первых, кумиры Потап и Настя. Правильно, Даша? Да. Во-вторых, нелюбимый урок математика. Рыбка, я тебя понимаю. Вот. И в-третьих, хотите... У вас таких родственников очень много в нашей стране. И хочет стать певицей. Ну, прям вот, прям родная моя душа. Не сестра, а родная моя душа. Дашенька, скажи, солнышко, ты готова начать смешить наших комиков? А я ж вам подарки привезла. Какой? Где они? Где подарки? А я их забыла. Что? Да. Там она просто забыла за сценой подарки оставила. Ну так неси нам подарки. Чё ж ты зря их, что ли, принесла? Давай нам. Давай, сбегай за подарками. Да. Так. Там уже и след простыл. Этих администраторов. Ого! О, подарки! Это классно. А кто тебе сказал, что нам надо подарки дарить? Мама сама сделала подарок. Да, сама сделала? Да. А что за подарок? Спасибо, мама. А что это? Ну неси, это же наши подарки. Пожалуйста. Что ты наши вещи держишь? А ну отдавай. Это что так? Дылочка, конечка. А, нет. Это мне? Не знаю. О, класс, смотри, какая красота. А это наоборот. Это наоборот. Жираф, это ты, все правильно. О, а он, значит, тигр. Тигр. Да, красный. Я упал в красный. Это красиво. Спасибо большое, это кто мама. Сделали? Вы мама. Сделали, да? Мама, а чем вы занимаетесь, мама, скажи? Рукоделием. Серьезно? Это клевая штука. Класс. И вы этим зарабатываете? Да, и зарабатываю, как подарки для своих да хороших. Спасибо, очень интересно. Клёво. Что это? Как это назвать? Кофе, студия, квартал 95. Спасибо, спасибо вам большое. Приятный подарок. Ой, а у меня такой красивый подарок. Смотрите, да, у меня кошечка. Да. На Луне. А я, кстати, погода кошечка. Да. И периодически на Луне. Ну что, дорогая Даша, ты нас подкупила с мамашей. Да, спасибо. Своей. Так, теперь остается выиграть деньги. Да. Но помни, мы смеемся только, когда смешно. Да. Поняла? Удачи. Все, готова? Да. Поехали. Настя Каменських веде розсмішу коміка «Діти з ласточкиного гнізда». Сиськи в школах урок закінчиться тоді, коли поруч проходить корова з дзвіночком. Пожежа в лісі перетворила хатинку на курячих ніжках, хатинку на ніжках барбекю. У Василя Вірасюка на удачу над дверима висить не підкова, а весь кінь. У хлопчика був такий великий ніж, він завжди програвав у хованки. Район був настільки кримінальним, що лавочку біля під'їзду вкрали разом з бабусею. Коли Євгенко Шевий їде на велосипеді, на витруню розветься тільки брови. Всім бомжа каже всім друзям, що його тато хіпстер. У дитинстві його обунов добре і себе, і корпоративи.
Дівчина так любила цибулю, що було чути, що вона наближається до школи. Гопнік обізвав дівчину коровою, за що яку получив копитом поміж рук. Ребят, ну ви знаєте, чесно скажу, що ви сміялись. Да, було один смішний момент. Поэтому я хочу засчитати тебе, сонечко, 1000 гривен. Это правда, был момент. И хочу, чтобы ты попробовала пойти дальше. Как ты на это смотришь? Или заберешь свою 1000? Пойду дальше. Точно? Да. Ну, поехали. Василь Вірастюк, щоб зробити дружині сюрприз, приніс у кишені монатіка. Кружить. Анджеліна Джолі, коли йде гуляти, то бере дитину під колір сумки. Син Маколея Калкіна найбільше в житті боїться залишатися з татом на Новий рік. Олена Кравець не хотіла працювати по фамілії і пішла в квартал. Макс Барський каже, що він артист, посланий Богом, але Зеленський каже, що він нікого не посилав. Гуцульській школі діти стрибають через козла, прив'язані до батареї. Дівчина годину пояснює, що таке селфі, але фото на парсу все одно прийшлося міняти. Батько так сильно хропів, що син спочатку подумав, що йому подарували мопед. Квартиру провідника щоранку всі жителі під'їзду приносять постільну білизну. Криза вдарила по цирку, ведмідь перевіз мотоцикл на газ. То ста дівчина стрибнула з банджі-джампінгу, такою люди давно не бачили. Прощение, я прям засмотрелась. У нас есть повтор? Есть повтор. Покажите, пожалуйста, Вова. Ты уверена? Да, Вова, да, 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 есть. Ну, был там момент, был смешной момент. Была одна шутка, Настя, ты пропустила. Да, ну простите, я заслушалась, Даша. Даша, поздравляем. Так... Поздравляем тебя, 5000 гривен. Дашенька, скажи, может, 5000 все-таки соберешь и айда домой? Тем более, написано мечта. На что потратите выигранный день? На платье и поездку в Карпаты. Да. Дашенька, скажи, у тебя есть достаточно шуток, чтобы идти дальше? Родственники хотят что-то подсказать. Не мешайте. Говори. Не мешать или подсказать? Не-не-не, я залу говорю, чтобы не мешать. Зал, не мешайте. Вы можете подсказать. Спасибо. Дашенька, я думаю, что будем ехать, потому что, ну, шуток все-таки... Зачем там... вам ее платье? Ну, хотел я поносить шубы. Понимаю. Кто из нас в детстве не мешал? Ну, решай в любом случае сама, как бы. Даш, ну что, скажи, может быть, забрать 5000 гривен, это хорошие денежки? Я забираю. Молодец. 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 Решение верно. Рассмеши смешного, сделай, чтоб парень смеялся. Рассмеши смешного, и под столом валялся. Рассмеши. Настя, раз нажала, другий раз не нажала. Мені все сподобалось, і я ще приїду обов'язково. Очень волновалась, и спасибо Владимиру Зеленскому, Евгению Кошевому, Насте Каменске, потому что дитяча мечта сбылась, благодаря им, что они тоже там. Спасибо. Из города Херсона к нам пожаловали Маловичка Влада и Митрушенко Ваня. Привет! Меня зовут Влада. Меня Ваня, мне 6 лет. Мне 5 лет. Мы приехали из Херсона. Мы были в садике, встретились и познакомились. Мы были в разных садике и в разных площадках, и мы виделись. И мы перешли в одну группу, и мы подружились. Он играется со мной. Я с ней дружу. Она мне нравится. Потому что она красивая. Мне лицо нравится. И она по себе мне нравится.
Он начал: Владка, 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 да что ж там за Владка? А потом он показал, кто такая Владка. И говорит: мама, она мне нравится, она моя невеста. Извини. Да. Мы, потому что мы вместе целовались. Нет. Они уже вместе за ручки держались и целовались, там уже воспитатели говорили. Вот, они уже первый раз целовались, уже младшей группе. Когда мы догонялки играем, мне скучно так бегать. Мы ссоримся. Ваня говорит, что не... он говорит, прости, меня обнимает и прощает, и я прощаю его. Подходят друг к другу. Главное, что они друг другу уступают. Уже. Какие характеры они есть, но уступают. Я очень хочу себе ребенка. Зачем? Я не хочу. Я не хочу, чтобы ты на всю больницу кричала. А куда вообще дети тянутся? Живота. Что-то у живота. Мы поехали, чтобы рассмешить комиков, чтобы деньги получить. У нас все получится, мы команда, у нас все будет хорошо. Ура! Ой, люблю я такие парочки. Да, парочка Семен, да, Дарочка. Привет, ребят. Привет. 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 Кто главный в семье? Мама. Вы друзья, да? Да. Да. Одногруппники? Да. Мы в одной группе. Какой? Битлз? Веселки. Веселка? А да. Чё ж ты не веселая тогда? Потому что веселка – це радуга, Вова. І далі, Ukrainian people. Що це таке було зараз? Це зараз я тебе тикнув носом. Жаба кашлянула якось. А, ребята, о, перестаньте. Владочка, Ванечка, видите, у нас комики, як діти. Смотрите, я ззаді вот тут. Привет! 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 Расскажите нам, хто вам помогав писати шутки? Мама. Мама. Так що, буде весело нам зараз? Да. Давайте начнемо. Давайте. Поехали. Как говорят наши родители, главное не победа. Главное, чтобы граждали в долларах. Я недавно смотрел последнюю церемонию награждения «Оскар». И что? Даже если мы не выиграем, надо чуть-чуть подождать, и нас объявят победителями. Мой папа говорит, что я пошла в него. Давайте поторопимся, пока мне не отросла борода и пузико. Кем ты станешь, когда вырастешь? А ты? Понятно, значит, ты евреем. Как будем делить деньги? По-честному, пополам. Хорошо. А резать будем вдоль или поперек? А я каждый год все лето провожу с бабушкой. И как? Хорошо, на представление было лучше. А ты знаешь, что детей на тот... Женька! Ну ты же улыбался на последних секундах. Я улыбался. Смеялся, да, поэтому наши дети выиграли 1000 гривен. Молодцы, молодцы, ребят. Дети, вы идете дальше? Да. Или забираете 1000 гривен? Дальше. Дальше. Тогда поехали дальше. Ты когда-то дарил девушке? Ты когда-то дарил девушке цветы? Дарил. А она? А она памятник. У тебя были неудачные свидания? Да, я однажды в кафе девушку пригласил. И что? А потом наш весь день трясло. Моя мама не разрешает? Моя мама не разрешает долго сидеть у компьютера, хотя странно, он же выключен. Меня украли куклы. Да кто будет красть куклы? Но они же у меня как-то появились.
Правда, дядя Женя похожий на одуванчика после... Я думаю, что голову дяди Жени каждый год расписывают на Пасху. И у нас 5000 гривен. Мы не идем дальше, хорошо? Идем. Это... Нет. Ты проиграешь. Дети, молодцы! Мы забираем деньги. А вы можете забрать деньги и Женя. Забирайте деньги. А что ты будешь мне плакать? Что ты такое? Рассмеши смешного, сделай, чтоб Ари смеялся. Рассмеши смешного, и под столом валялся. Рассмеши смешного, пусть нам очень комфортно. Рассмеши смешного, но только не используй щепотки. Рассмеши смешного, сделай, чтоб Ари смеялся. Рассмеши смешного, и под столом валялся. Рассмеши. Мактомис! Мне очень понравилось выступать, я еще приеду. А я приеду вместе с Ладой. Родителей переполняют эмоции. Мы очень довольны. Нам очень понравилось, как наши дети выступили. Дети рады и родители рады. Нам все очень понравилось. Эмоции аж переполняют нас. На эту сцену хотела бы пригласить к нам Головлеву Виталину из города Киева. Привет, меня зовут Виталина. Я из города Киев, и мне 10 лет. Я очень милая, я много дурачусь, люблю кривляться, играть, кувыркаться, там, разные. Люблю поговорить на разные темы. Она у меня единственная, неповторимая, я ее очень люблю. Она артистка, очень любит... всякие разыгрывать сцены, разными голосами говорить, прыгать по дому, пугать меня, еще как-то шутить. Я всю жизнь актриса. Я очень люблю камеры, и я думала с самого детства, что у меня будет хорошо получаться где-нибудь сниматься в кино или где-то еще. Это просто что-то естественное внутри нее, и когда она в обычной жизни, она даже более артистична, чем когда она пытается что-то сыграть. Мне очень нравится сцена, хочу подольше там побыть, потому что другие дети, они как бы, как обычные, а мне кажется всегда, что я какая-то особенная. Ой, я очень мечтала увидеть Зеленского и Кошевого вживую. Я в принципе пришла, чтобы их увидеть и, может быть, с ними сфотографироваться, если получится. А если я выиграю деньги, то я потрачу их на билеты на шоу 95-го квартала. Очень хочу пойти. Здрасте. Привет. Привет. Здрасте. Привет. Ты взрослая совсем? Тебе сколько? 10. 20? 10. Очень красивая девочка. Очень красивая девочка, это правда. Стильная, замечательная. Чем увлекаешься? Танцами и Я вижу, ты танцуешь даже сейчас. Ну, такая у тебя внешность интересная. Ты похожа на латиноамериканку. Да? Да, правда? На Дженнифер Лопес, правда. Серьезно? Спасибо. Ну, мне в кадре, да. Вот я думал, ты сзади смотришь, что-то ты вдруг увидела. Виталинка, что вообще любишь? Больше всего. Есть мечта какая-то большая? Да. Я хочу сниматься в 95-м квартале. Мы Наконец-то правильные мечты у детей. Мы за. А ты уговоришь нашу тетю, на пенсию тогда уйти? У нас одна девочка, надо же как-то одну поменять на вторую. Да, начинается. Просто расширяйте. Мало того, есть детский 95-й квартал, уже пора было, ребята, сделать. Да? Детский 95-й квартал? Да. Будем думать квартальчик. Об этом. Квартальчик.
Почему бы и нет? Ну, начинаешь ты неплохо. Хорошее начало, рассмеши комика. Дети, можно выиграть деньги. Да. Давай. Ты готова? Удачи тебе. Да. Поехали. И как говорила моя бабушка, отправляя меня на рассмеши комика, смеши в оба. Я решила поехать на рассмеши комика, чтобы вдруг не опозорилась наша семья. Потому что бабушка так и сказала: внученька, или ты едешь, или еду я. У нас в школе недавно была учебная пожарная тревога. Нам так и сказали: дети, если приедет проверка, скажите, что пожарная тревога была учебной. У нас настолько воспитанный учитель истории, что как-то раз он вышел из себя, но сразу же вошел обратно, как положено. Наш учитель математики – Козерог. И это печально. Человеку 40 лет, а о нем больше нечего рассказать. Мне кажется, что болеть за украинскую сборную по футболу – это как связаться с плохой компанией. В общем, пока мой папа не болел за сборную, он не пил, не курил и не матюкался. Я никогда в столовой не проживала. Вы улыбнулись оба? Оба улыбнулись? Да. Мы рады видеть выступление. 1000 гривен. Мы в последней шутке уже всегда. 1000 гривен выиграла наша Виталиночка. Поздравляем. А, Виталина, ты видишь, насколько сложно? Скажи, это пожалуйста, правда, ты, да, может, заберешь денежку? Нет, я пойду дальше. А ты не расстроишься, если не получится? Нет, я, в принципе, сюда шла, чтобы увидеть Владимира Зеленского и Евгения Кошевого. И вас тоже. Ой, спасибо большое. Ну так? Да. Все. Поехали, поехали. Да. Зачем тебе деньги? Я никогда в школе не прошу добавку, потому что повариха смотрит на меня так, как будто я отбираю еду у ее детей. На каникулах в деревне я часто просыпаюсь от того, что меня кормит бабушка. Мне кажется, что сочинение на тему «Как я провел лето» придумали для того, чтобы понять, сколько можно просить на шторы. Все поняли, что у Валеры с классной руководительницей роман, когда в его сочинении на тему «Как я провел лето» было написано одно предложение. Ты что, забыла? У нас настолько старое... И Виталина выигрывает 5000 гривен. А сейчас что ты думаешь? Может, стоит забрать денежку? Нет, я, наверное, пойду дальше. Ну, давай. У нас настолько старая учительница истории, что когда... Что как... А, детское наблюдение. Невозможно придумать кличку рыжему мальчику, кроме клички «Рыжий». У моего одноклассника кличка Дункан Маклауд, потому что он и мочил, и расчесывал манто, и все равно ничего с ним не случилось. Педагогами не становятся, педагогами рождаются. Когда мы идем классом в театр, наш классный руководитель раздает Wi-Fi, чтобы мы держались строем и не отходили от нее. Один раз за меня дрались два некрасивых мальчика. Они были такие некрасивые, что мне пришлось разнять драку, чтобы вдруг никто из них не выиграл. Парадокс. Когда мы сдавали классом макулатуру, сын СБУшника принес всего один листик, но этой бумаги на нашу директрису хватило, чтобы наш класс победил. У меня настолько молодая учительница, что когда я списываю с бумажных шпаргалок... Спасибо. Виталина? Да. Ты знаешь, у тебя были очень классные шутки. Ты очень красивая девочка. Мне немножко, знаешь, чего не хватило? Ты иногда переходила и так бу-бу-бу-бу-бу что-то себе под носик, знаешь? Чуть-чуть. Видно, что ты актриса. И видно просто... Спасибо. Либо ты чуть-чуть испугалась. Ну, в общем, как-то больше лично мне не хватило чуть эмоций. Не знаю, как ребят, вы как? Ну, мы об этом же. Мы обсуждаем. Очень жалко, потому что девочка потрясающая. Очень жалко, к сожалению. Нечего, не жалко. Приходи к нам еще, конечно, мы тебя, да, будем ждать. Спасибо тебе, спасибо, дорогая. Спасибо тебе большое. Спасибо. А можно с вами сфотографироваться? Ой, можно, давай. Сделай, чтоб Валя смеялся. Рассмеши смешного. И под столом валялся. Рассмеши смешного. Пусть намочит колготки. Рассмеши смешного. Спасибо. А с Настей можно? Настя, можно с тобой? Смешного, и под столом валялся, рассмешись.
Что я пою? Да. Продолжение письма, письма. Размеши и смешного, вот только что. Кто это написал, кстати? Песню эту? Да. Написал Коля. Серга. Коля Серга, знаешь, такой парень Коля веселый? Серга, да. Да, вот он писал эту песню. Ура! Я смотрю с Селенским. Ура! 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 Я очень рада, что я сфоткалась. И я хочу, чтобы мама запостила это в Фейсбуке. Мне очень понравилось выступать. И я обязательно приду куда-нибудь еще выступать и сюда тоже вернусь. Переживали, но она очень смелая. И мы очень гордились тем, что она смелая. Вот решила, поставила себе цель, достигла ее. То есть она очень хотела сюда попасть. Она очень хотела увидеть ребят. И огромное им спасибо, они ее поддерживали. И мы, в общем, очень рады, в принципе, что она поучаствовала. Ребята, вы когда там налог сочиняете, либо там какие-то шутки, это же вы открываете свою душу, правильно, когда вот показываете или шутите? Какие чувства вы чувствуете в тот момент, когда вот нет реакции? И когда ты думал, что 100% здесь люди либо посмеются, либо улыбнутся? У меня чувство всегда странно, наши ржали. Вот такое. Согласна. А вы, Владимир? Владимир. Очень неприятное ощущение. Слава богу, что оно очень редко. Слава богу, но оно действительно бывает. Ну, а это же зависит от разных вещей. Зависит от настроения людей, которые в зале. Зависит от твоего настроения, потому что все по лицу, в общем, читается зрителем. Иногда ты с тысячей проблем выходишь на сцену, с тысячей проблем, которые нужно обязательно оставить артисту за кулисами. Обязательно, чтобы быть легким. Тогда это смешно. А ты эти все, в общем, проблемы не оставил, с ними совсем вышел на сцену, стал что-то рассказывать, а в голове совсем другое. Ты рассказываешь на автомате. Не вложился ты в эту шутку, да? И вот оно не заходит, как говорится у нас. Заходит это в смысле, не смеются люди. Чувство неприятное. Просто у нас, например, в дуэте, вот Потап же часто с утра до вечера каждый день пишет какие-то песни, и вот ты попробуй только сказать, что она плохая. Вот просто попробуй. А ты попробуй, кстати. Нет. И я не Лёш, хочу. Лёш, твоя песня самая лучшая. Молодец, все. Поэтому ты жива, здоровья. Поэтому я в дуэте. Зинченко Анжелика и Зинченко Анастасия, город Запорожье. Прошу. Меня зовут Настя, это моя сестра Анжелика. Мне 9 років, а ей 5. Я ходю в школу, а вона у садочок. Я буду йти в школу в 7 рік. Там учиться і учиться, і учиться, а спать там нема. І отдихати там невозможно. У мене дуже багато чого виходить, та я і на фортепіано вмію грати, і співати, і танцювати, і ще в мене дуже добре виходить журналістом. Ну, Анастасія, вона більш така тендітна, спокійна. Навіть в дитячому садочку всі вихователі говорять, що це дві різних дівчинки. Вона дуже вредна, і мамі часто дуже нерви мотає. А Настя тоді іноді нам мамі нерви мотає. Ні, то іноді. Ну так, це теж іноді. У мене теж раз в год. Ні, раз в секунду. Що, кожен день сонце? Класно, коли в тебе є сестра, чи все-таки так не дуже, як ви думаєте? Класно. А то самому мені якось не так. Що самому гуляти, це не вообще не інтересно. Мама на роботі, а ти сам. І з ким тобі погуляти, це неізвісно. І як саме гуляти, і не з ким не гуляє, за цим тільки гуляти. Там і джей, там і джей, іспан джей, іспан джей. Аля до, аля сі,
Аля до, Аля сінь і Пепсі. Буває всього, ну так взагалі дружно, як подивишся на інших, то думаєш, мої самі золоті, самі найкращі, самі слухняні. Я хочу заплатити гроші, щоб мені купити багато чого, щоб сім'єю подивитися з деньгами, щоб мама багато чого купляла, щоб у мене не кончились деньги, я хочу. А я хочу моєму дідусю купити нову машину, а то він не дуже часто її справляє, та... Хоч ти поламалась. Так, у нього вже стара машина, я хочу йому купити нову. О, а ти правда лисий? О, а ти правда маленькая. Маленькая ты дитя. Привет. 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 Я не лысая. Привет. Как дела? Нормально. Хорошо. Сейчас что-то будет, мне кажется. Вы сестренки, да? Да. Любите друг друга? Да. Да. Кто старше? Я. Да? А что так думала долго? Что еще любите? Чем увлекаетесь? Я люблю вязать, вышивать и куклам одежду шить. Ты прям ее бабушка. А ты что любишь? Я люблю только с Настей играть. И все? Да. Так это самое интересное. Да. Да, ты лягушка. Да. Да. Ну хорошо, девчонки, будете смешить нас? Да. Ну давайте. Ну, вы готовы? Да. Поехали. Привет, мы живем с мамой. Как вы поняли, три женщины уживаются в одной квартире. Другими словами, фраза «мне нечего одеть» у нас доносится из трех комнат. В каждой женщине должна быть загадка. Наша семья – это сплошная загадка. Однажды к нам в дом забежала мышь. Криков было столько, что мышь оглохла и убежала. Когда мы втроем начинаем красить ногти, то весь подъезд ловит глюки. Мы как группа Виагров, белотеньких и надевейких. Мы втроем пользуемся разными дезодорантами. Поэтому в нашем доме нет ни комаров, ни тараканов. Как вы понимаете, в нашей семье сплетни распускаются в три раза быстрее. Когда первый раз к нам заходишь в ванну, то можно подумать, что это склад Орифлейма. Дети! Вы умнички, эти аплодисменты вам. Я уверена, что у вас очень смешные шутки, поэтому я бы хотела вам дать еще один шанс. Вы как, готовы еще одну минутку попробовать посмешить наших комиков? Да. Я прошу прощения, а кто из вас Анжелика, а кто Анастасия? Я Анжелика. Ты Анжелика, хорошо. А это Настенька. Да. Анжелика, а можно тебя попросить говорить четко, вот так четко, потому что наши комики так, видишь, наклоняются, они не слышат шуток, а если не слышат, не могут посмеяться, понимаешь? А вам же нужно заработать денежку, чтобы купить конфет? Да? Да. Попробуем? Да. Попробуем, поехали. Хатико. Когда мы смотрели фильм «Хатико»? Когда смотрели фильм «Хатико», то затопили соседей снизу. Поверьте, мы реально знаем все акции, где три вещи по цене одной. Когда мы садимся на диету, то вся с ночи мы встречаемся возле холодильника. Когда мы с мамой и бабушкой идем по улице, то прохожие могут наблюдать эволюцию семьи Зинченко. Ниф-ниф. Нас трое, иногда мы друг друга называем ниф-ниф, наф-наф и ну-мам. Как известно, что в каждом доме на кухне должна быть одна хозяйка. Поэтому мы живем в однокомнатной квартире с тремя кухнями. Мы никогда не метаемся по очередям. У нас всегда занято три очереди, даже если очередей две. Мы все подсчитали, поэтому наша семья имеет право опаздывать на 45 минут. Нас, когда у нас совпадает, когда у нас совпадает вкус, то мы можем... Вы молодцы. Такие красивые девочки. Настюша, ну ты так официально читаешь текст.
Ты бы хотя бы добавила куда-то туда эмоции, как будто ты стоишь и реферат по географии рассказываешь. Ну, потому что на ней важная миссия, она еще подсказывает своей младшей сестре. Конечно. Да. Конечно. А когда ты подсказываешь, ты правильно делаешь, надо подсказывать, напоминать, но тем самым нас немножко от шуток отвлекаете. В следующий раз приезжайте, девчонки. Да. Спасибо. Вы большое. Молодцы. Спасибо. Пока. Приедем, да? Да. Вы не расстроились, у нас еще все впереди. Нервничала, волновалась за ребят, особенно за младшую. Растерялась. Сначала шебутная вышла, довольная, увидела дядю Женю, а потом забыла слова. Дома, конечно, перед зеркалом она намного лучше рассказывала. Ну что поделаешь, маем то, что маем. На эту сцену я хотела бы пригласить к нам маленького гостя из города Херсон, Бернацкий Глеб. Привет, меня зовут Глеб. Мне 5 лет. Я из города Херсона. Я занимаюсь футболом. Я хожу на стадион. Я играю с другом. Он очень добрый. Он с детками со всеми дружит в садике. Всем помогает, воспитателям старается помочь. У меня есть Фаньки подружка Наташа. Она мне нравится. Она очень хорошая дружба. Мы с ней хорошо играем. Она хочет, чтобы я ей привезла кольцо и планшет. А себе я купил телефон. Они дружат с годика. Они еще маленькими были, гуляли на площадке. Потом пошли в садик, в одну группу. Так дружат хорошо, после садика общаются. В дальнейшем хотят пойти в одну школу, учиться в один класс. Поэтому мы очень рады. Я хочу, чтобы меня показали по телевизору и работать главный плив. Привет, Глебушка! Привет! Привет, красавчик! Рады Привет. Тебя видеть! А вот я к тебе обращаюсь, красавчик, а ты как меня называешь? Косой. Миш, спасибо. Мальчик хороший, но зрение не очень. Спасибо. Глебушек. Такой прям как, действительно, как хлебушек. Свеженький такой парень пришел. Молодец, смелый. Чем занимаешься, Глеб? Ну, шкотом играю. Шкотом играю. Которого ты вырастил? Шкота, да. Вырастил. Он же непослушный у тебя. Ну, немножко. А почему? Он царапается? Еще и кусает. А чего ты его не научил так не делать? Или, может быть, это ты научил его куфаться, а? Глеб, скажи, кто тебе писал шутки? Мама с папой. Мама с папой. А мама с папой тут? Здесь находится, в зале, да? Да. А где? Привет, мама с папой. Здрасте. Привет, мама и папа. А ну папа пусть поговорит, может, он тоже так разговаривает, как Глеб. Почти. Да. Папа, значит, строит корабли. Написано в анкете. Вот мне интересно, как так? У нас флота нет, говорят, значит, а корабли строят. Ну и как там у нас корабли? Что-то новенькое есть? Все хорошо. Все хорошо? Все хорошо стоят. Понятно. Глебчик, а ты кем мечтаешь стать? Стоматологом. Это понятно по твоей дикции. Стоматолог. Глеб, конечно. Это очень классная профессия. Ты перспективный молодой парень. Да. Глеб, скажи, пожалуйста, ты готов шутить и смешить наших комиков? Готов. Давай тогда поехали. Привет, меня зовут Глеб. А как вы знаете, Глеб симпай.
голова. Поэтому я в садике самый главный. Я занимаюсь карате. Ни в коем случае я на вас не давлю. Просто хочу, чтобы вы это знали. Я хожу. Я хожу в детский сад. И ненавижу детский сад. Скорее бы в школу. Чтобы начать ненавидеть школу. Вов, это затянувшаяся была улыбочка-то у тебя. Затянувшаяся. Воу-воу-воу-воу. Молодец, Глеб. Глеб, ты выиграл 1000 гривен. Ты молодец, ты умничка. Скажи, ты забираешь денежку и едешь домой в Херсон покупать конфеты, либо идешь дальше? Иду дальше. Точно? Точно. Ты видишь, как сложно наших комиков рассмешить? Да. Ага. Ну ты ж будущий стоматолог. Фу. Давай. Давай, Глебушка, мы в тебя верим. Поехали. Когда к нам приходит повелка из головы, я всегда остаюсь дома. А в садик ходят только самые упитанные дети. Наша воспитательница очень хитрая. Она специально не выливает усы, чтобы мы ее кусали и на 8 марта, и на день казачества. В нашем садике самая ужасная группа людей. С ними нельзя говорить. Они тебя не понимают. Им наплевать на твое мнение. Это ясно. Я тоже не один год отмотал в дешлях. Так сказать, плохая алкашу самого дна, как в столуле. Глеб, и ты выиграл 5000 гривен. Глебушка. У тебя прекрасная дикция, она тебе на самом деле принесла 5000 гривен, да? Потому что ребята не понимают вообще, о чем ты шутишь. Мне просто вообще интересно, вот эти слова, такое количество в каждом предложении слов, которые, скажем так, пока юному стоматологу не под силу. Кто это вот подбирал эти слова? Родители, да? Да. Это психологическое давление, Настя. Лебушка, скажи, пожалуйста, что мы делаем с тобой? Мы идем дальше, либо ты забираешь 5000 гривен. Идем дальше. Понимаешь, просто ты должен серьезно сейчас понять, что комики уже не будут просто смеяться из-за твоей дикции, понимаешь? Ну, то есть надо немножечко приложить усилия, четко рассказывать шутку, понимаешь? Глеб, вот это я не думаю, что вот это он понимает. Глебушка, скажи, что мы делаем? Мы идем дальше? Да. Хорошо, молодец. Поехали. А он мне 3-й год подряд, зайчик. Мне 5 лет. Какой он нафиг зайчик? Я знаю, что планшетный, брутальный еж. У меня есть друг Леша. Он знает, что лежать качели зимой нельзя. Поэтому он лежит их весной, летом, осенью. А еще есть мальчик по кличке Мушкетёр. Потому что он жрет один за всех. А еще на прогулке воспитатель заставляет меня прыгать на скакалке. Зачем это мне? Меня и толстого любят. Это за ты не замужем. Тебе надо попрыгать на скакалке. Глебушка, ты выиграл 10000 гривен, умничка! Глеб, 10000 гривен – это огромные деньжища. Что мы будем делать? Скажи, может, ты заберешь денежку и поедешь домой? Хорошо. Как ты быстро молодец. Соглашаешься. Иди сюда, иди красавица. Иди за денежкой. Ребята,
Ребята, а да. Ну-ка расскажите, да, колитесь, да, у вас на двоих много деток, у каждого по двое. Ага. Расскажите какие-то смешные истории, кто-то вот у вас из деток так разговаривает, так слеплявит как-то смешно. Не, у меня Серафима такое ощущение, что у нее все, и она и картавит, и шепелявит, не выговаривает букву «Эу». Она же маленькая совсем. Она совсем маленькая, поэтому так и ей происходит. Ей сколько сейчас? Ей в сентябре будет 3, сейчас 2,5. Ты ну, так что ты хочешь? Я хочу. Ты еще бы грудничка заставил петь и танцевать. 2,5 года. Не, ну, Варя нормально. Варя шепеляла только, когда зубы молочные начали выпадать тогда. Ну, сегодня было все время все хорошо с дикцией, да? Немножко, немножко посвистывала. Да. Ходит и свистит по дому. А у тебя, Вова? Слушай, ну, честно говоря, у меня так разговаривает человек четко. Четко. Ну, вообще, это вообще все выговаривает вообще. Слишком много говорит. Нет, это другое. Это не, четко, не, и а много? Четко и много. Понимаешь? Все, получается... Да не то слово, пулеметчик у нас, да. Это мальчик, да? Получается? Это мальчик, да, очень. Парень объясняет так доступно, все что объясняет. Ты, ну, можешь не подходить второй раз. После первого раза тебе все, все понятно, все понятно. Ну ты уже конечно. Отдохнула у нас, бабушка приезжает. А. Ну то есть он говорит таким, ну ты уже отдохнула у нас. Нормально. Когда она говорит, ты что, Кирюша, ты хочешь, чтобы я уехала? Хорошо, что ты все понимаешь. Ну еще когда? Блин, 10 тысяч. Я заработал 10 тысяч гривен. Мы очень рады, мы сильно переживали за ребенка. Поэтому, ну, мы счастливые, что у него все получилось. Поэтому все классно, проедем еще. Ребята. Ау, ау. Ау, ау, ау. Ау, ау, ау. Это детская, кстати, песня, между да, прочим. Да, мы знаем. А все песни мы смотрели детские. Клип очень детский. Это как костюмы неуместные почему-то. Почему? Очень классные. Почему? Непонятно вообще, нам, зачем. У нас же в нашем детском саду были такие костюмы были, у всех, да. У воспитателей. Да. Это, я прошу прощения, это... В какой стране вы учились, ребята? В нашей выдуманной стране. Из города Киева к нам пожаловала скрипка Мирослава. Меня зовут скрипка Мирослава, мне 8 лет, и я из Киева. Разговорчивая, веселая, дружелюбная. Доброе. Вот. Люблю пошутить. Один раз своей подружке покрасила карандаш бесцветным лаком. И потом она не понимала, было недоразумение, почему ее карандаш не пишет. Последний розыгрыш она хотела на 1 апреля, но не дотерпела. Изготовила... Ну, хорошо лепит просто. Изготовила шоколадные такие конфетки, покрасила их. Сначала неудачно подобрала цвет, потом я ей подсказала по цвету. Ароматизатором шоколада сложила в коробочку. И они очень неплохо выглядели, ну там ее как-то немножко раскусили. Вот, я говорю, ну ты же просто не дай человеку откусить этот кусок пластилина. Я вообще люблю юмор, люблю поболтать просто так иногда. Почему бы и нет? Я стою перед зеркалом и разминаю язык, потому что это важная часть тела, и без него я не смогу жить. Трубочка, лопаточка, уколы, то есть это щеки разминать. Потом кошечка, всякие упражнения. Когда ты разминаешь щеки, язык, то хорошо потом будет, хорошая речь будет потом. Мама иногда говорит, помолчи 5 секунд, пожалуйста. Я такая, нет, я не хочу молчать. Я говорю, 10 минут, санитарная зона, я не могу. То есть я говорю, я буду сейчас закрываться в каких-то помещениях. Ну, она говорит, я сейчас помолчу, но потом через секунду задает вопрос. Самое главное в жизни быть позитивным. Никогда не унывать, если проигрыш есть. Не, ну конечно, можно чуть-чуть поплакать, выплеснуть эмоции. Надо быть позитивным. Вот.
Ты, смотри, какая красавица. Привет. Привет. Здравствуйте. У нас один плюс один хорошо будет показывать. Такие две антенки у тебя. Ты солнышко какое-то. Платье красивое у тебя. Как дела? Все хорошо. Волнуешься? Нет. Умничка. Молодец. Может, тогда сразу начнем? Давайте. Хочешь? Поехали. Ну, давай. Я Мирослава Скрипка, и все меня постоянно спрашивают, не родственница ли я Олега Скрипки. Так вот, я всем заявляю. Чудов! Не-не-не-не-не-не-не! Папа сказал, что в воскресенье мы пойдем смотреть на зверей. Я думала, что, как и в прошлый раз, мы пойдем на стройку, смотреть, как у рабочих смена заканчивается. Но, слава богу, пошли в киевский зоопарк. При входе в зоопарк была надпись «Животных не кормить». Посмотрела я на этих животных и поняла, работники зоопарка это правило соблюдают безупречно. При входе в зоопарк была надпись «Клетка гепарда находится рядом с клеткой антилопы». В глазах гепарда можно было прочитать. «Не, ну вы что, издеваетесь?» Мне кажется, что из-за любопытных посетителей животные в киевском зоопарке никак не могут завести потомство. На входе нам сказали, что недавно приобрели большого африканского слона. Есть ощущение, что впервые в истории киевского зоопарка может сдохнуть... Мирослава, не волнуйся. Да, она давай фоня. Еще минутку, да? И заставим комиков смеяться. Давай. Давайте. Поехали. Возле клетки с обезьянами стоял какой-то мужик и их передразнивал. Теперь мне стало понятно, почему обезьяны не хотят дальше эволюционировать. Видела бегемота, и он мне напомнил выпускника фонтана. Тоже лежит и выдает какие-то странные звуки. Увидела, как сторож упал в клетку с ягуаром. Это первый случай, когда человек с зарплатой в 1000 гривен мог позволить себе покататься на ягуаре. В зоопарке узнала много интересного о животных. Оказывается, удав может съесть кролика целиком. Получается, мой папа удав. Говорю папе, смотри, леопард на двух ногах ходит. А он мне, нет, доченька, это тетя в леопардовых лосинах пошла. Потом пошли в лунопарк. Лунопарк это тоже зоопарк, только животных можно увидеть на качелях. Один мужик, как увидел, в каком состоянии чертовое колесо, он так и сказал, да пошло оно к чертовой матери. Чертовое колесо в киевском лунопарке – это одновременно и развлечение… Мирослава, ты молодец, ты так классно рассказываешь. Мне кажется, что вот прям крошечка не хватило, вот прям немножко… Больше, чтобы шутки были смешнее. Прям чуть-чуть. Эту крошечку до следующего раза нужно найти, Мирослава. Да, хорошо? Обязательно. На сцене держалась. Не расстраивайся. Супер. Ты умничка, удачи, ты молодец. Спасибо. В следующий раз. Не засмеялись, потому что мне не хватило, я не поддала правильно шутку, и поэтому они не засмеялись. В следующий раз я обязательно приеду и выиграю эти 50 000. Заставлю этих комиков смеяться. Волнительно, конечно, очень. И она держалась хорошо, я считаю. Она как для первого такого публичного выступления, я думаю, это очень хорошо было. Немножечко не хватило какой-то, я думаю, остроты шуткам. Вот чтобы они прям были прицельными такими. Они были детскими, чуть-чуть не торкнуло, я думаю. Вот. Но мы поработаем над этим. На эту сцену я хочу пригласить Карюточкину Варю, город Херсон. Меня зовут Варвара. Я приехала из города Херсон. Мне 7 лет. Я делаю поделки своими руками. Я делаю из бумаги, клея и разных других вещей. Мне нравится творить своими руками.
Она очень доверчивая, очень нежная, очень ласковая. Такая... очень добрая. Я думаю, что меня любит Миша Колосинский. Он из моего садика. Я его тоже люблю. Любовь – это жаркие обнятия, и когда друг другу тепло. Мы еще не обнимаемся, мы просто дружим с ним, и все, пока что. Мне очень понравилась эта передача, и я захотела на нее попасть. Мне нравится больше всего на сцене, когда мне аплодируют. Она любит, что на нее смотрели, она любит, чтобы ее хвалили, она любит, когда она всем нравится, она любит. Я очень сильно волнуюсь. Я первый раз на сцене буду выступать перед многими людьми. Я приехала на передачу, чтобы выиграть 10 тысяч, чтобы построить новый дом. Я хочу большой дом, и белый смешался, чтобы с розовым. Там будут жить мама, папа и я. Еще мои братики. Привет, Варечка! Вот это горох! Здрасте! Красивое у тебя платье. А сколько тебе лет, Варечка? 7. 7? Да. А чем занимаются родители? Моя мама работает в садике няней, а мой папа работает на скорой помощи. Серьезно? Да. Классные две профессии. Да, очень важные. Нужные, важные, да. Скажи, пожалуйста, вот ты хочешь выиграть деньги? Да. Ты сюда пришла, чтобы себя показать или деньги выиграть? Себя показать. Но деньги хочешь выиграть? Да. А на что хочешь потратить их? На новый дом. На новый дом? Да. Для Барби или на настоящий? Настоящий. Большой? Молодец. Да. Уедешь от родителей? Да. Хочешь сама жить, да? Нет. Нет, все вместе? Да. Класс. Ну, мы тебе желаем, чтобы ты выиграла денег на большущий дом. Варюша, у тебя на самом деле очень красивая внешность. Ты можешь быть фотомоделью, вот мне кажется. Спасибо. Ну, когда подрастешь, конечно. А теперь скажи мне, ты готова шутить? Да. Да? Попробуем? Да. Поехали. Меня зовут Кирюточкина Варя. Как вы заметили, у меня очень интересная фамилия. И когда учитель говорит Кирюточкина к доске, мне кажется, что должна сразу зазвучать музыка из Яралаш. Парам-пам-пам. О, мне 7 лет. И я хочу вам рассказать о тяжелой женской судьбе. Быть девочкой очень сложно. Чтобы накраситься, мне приходится вставать очень рано, чтобы положить мамину косметичку до того, как она проснется. Я сильная девочка и не умею проигрывать. Я даже в дочке матери выиграл. Я считаю, что равноправия между мужчиной и женщиной нет. Она только существует до 6 лет, когда и те, и другие ходят в колготках. Взрослые женщины считают, что настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. А мне всего лишь хватает, чтобы настоящий мужчина не давал мне пендали. Это страшно. Кирюточкина, Варечка, такая ты очаровательная девочка. Малюточка. Ты очень еще Малюточка. Маленькая. Еще чуть-чуть маленькая. Чуть-чуть маленькая для таких шуток. Угу. В следующий раз. Хорошо? Ты молодец. Варюша, возвращайся к нам, хорошо? Да? Ты умничка. И эти аплодисменты тебе. Спасибо. Спасибо. Всем детям я лично передаю
те, кто будет участвовать у нас в этом шоу, пожалуйста, не нервничайте, не переживайте, не стесняйтесь. Потому что мы с Вовой и Женей стесняемся больше вас. Это все время да. Стесняемся, сидим. Причем друг друга. Друг друга. Все время. Из города Киева к нам пожаловал бескромный Денис и Мазур Кирилл. Меня зовут Мазур Кирилл, мне 14 лет, и я из города Киев. Меня зовут Денис, и мне 10 лет, я из Киева. Я занимаюсь шахматами. Я хожу на многие шахматные турниры и хочу быть лучшим шахматистом в Киеве. А потом во всей стране. И вполне тебя. Я планирую создать команду КВН, свою, сборная школьников Украины, как-то так. Ну, это планирую. То есть, если сейчас все получится и наш юмор оценят, то можно будет и попробовать уже выступать как КВН-команда. Наши родители дружат, и когда они встречаются, чтобы провести интеллектуальную беседу, то нам ничего не остается, как писать шутки. Вот мы пишем, а так как родители все, так сказать, уже готовенькие, да, то мы им читаем шутки, им нравится. Да. Мы с детства подружки. Старшие дети дружат, и младшие дети дружат. С младшими мы пришли. В принципе, участие в этом проекте – это исключительно их инициатива. Вот. И с нашей стороны мы их поддержали именно для того, чтобы они попробовали себя в разговорном жанре и убедились в том, что это не так легко, как кажется. Честно, у нас цель не выиграть. Для нас, для всей семьи, деньги – это всего лишь приятный бонус от этого проекта. То есть главная цель – это получить удовольствие, получить адреналин и просто показать себя, свои шутки. Вот. И понять, двигаться ли дальше в этом направлении. Нет, если мы поиграем, плакать точно не будем, мы же мужчины, мы с гордостью пойдем домой, делать уроки, да. Вов! Ребят, выходите! Физкульт, привет! Здрасте! Привет! Вы уже взрослые парни. Конечно, вы. Да. Конечно, у нас комик-дети, но вы комик-взрослые дети. Да. Комик-тинейджеры вы. Да. Комик-тинс. Ну, чем занимаетесь, парни? Юмором, шахматами. Офигеть, смешные шахматы. А что вас связывает? Веселый мат, команда называется. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас связывает? Наши родители дружат, и когда они встречаются, чтобы провести интеллектуальные беседы... Вы пишете юмор. Мы пишем юмор. Вам приходится закрываться в одной комнате и, собственно говоря, писать шутки. Да. Парни, вы выступали где-то на большой сцене? Я выступал со стендапом. И как? Нормально, я... Ржут? Люди ржут? Папа, да, люди нет. Молодец, хорошая вообще реакция у тебя хорошая. Нравится чувство юмора. Я думаю, нам надо начинать. С удовольствием. Да? Поехали. Спасибо большое. Всем привет. Мы надеемся сегодня победить. Просто нам завтра на шторы сдавать. А так как мы школьники, хочется выразить огромную благодарность книжке по истории в плохом состоянии. Книжка по истории в плохом состоянии. Спасибо тебе за вырванные годы. Мы настолько уверенные в себе парни, что не делали флюорографию 5 лет. Петя был таким хорошим мальчиком весь год, что Дед Мороз уже третий месяц живет с его мамой. Направление ветра решает, где сегодня будет гулять почетный донор Украины. После встречи с фанатами киевского «Динамо» Костя научился есть шарф полтавской ворсты. Очень злая бабушка кормит внука только обещаниями. Мальчик понял, что от него что-то скрывают родители, когда он проходил мимо детского дома, и у него автоматически подключился Wi-Fi. Молодцы, ребята, вы выиграли 1000 гривен. Я так понимаю, 1000 вам будет мало, поэтому, да. Наверное, мы идем просто дальше, да? Секундочку, можно? Это типа тебе так культурно сказали. Отшили. Настя, немножко... Нет, вы что, я вас не буду отшивать. Никогда? Нет.
Никогда больше? Не буду, не буду. Хорошо. Поехали дальше? Идем. Да. Едем. Да. Плывем. Очень самоуверенный парень во время ходьбы. Сильно виляет бедрами. Десятиклассник переходил дорогу на красный свет. И не перешел в 11 класс. Значит, в детстве мама Мерлина Мэнсона прятала от него сладкое в Библии. Если бы «Вечерний Киев» снимали на Троещине, то передача бы называлась «Вечерний кипиш». Очень толстый мальчик свисает сразу с двух сторон кровати. Очень уверенный батюшка начинает свою проповедь со слов «Хотите верьте, хотите нет». На Троещине, чтобы вызвать ученика к доске, используют не указку, а плевок. Ребята, ну вы там смеялись и смеялись, так что... Было дело, признаем. Да, было. И наши гости выиграют 5000 гривен. Молодцы. Денис, Кирилл, 5000 тоже мало, да? Уважаемая Настя, сейчас мы подумаем. Я вас не отшиваю, я просто думаю. Смекалка-то, да? Ух. Мы можем продолжать. А хорошо, поехали. Бабушка-спецагент заставляет детей сливать за собой. Милевский неправильно понял тренера, когда тот ему сказал: «Тёма, прими на грудь». А спонсор нашего выступления – такси «Дорогой». «Дорогой». «Забери меня отсюда». Бездомная стриптизерша Анжела на чертах. После концерта Поплавского подтанцовка подходит к нему за щетками. За час до концерта Олега Винника билеты втюхивали, как листовки. В бедной школе, когда училку физкультуры бросил муж, дети наконец-то смогли попрыгать через козла. Сын Арнольда Шварценеггера уже в первом классе мог накачаться так, как другие дети, только на выпускном. Тракторист так хорошо знал французский язык, что когда все работали на обычных полях, он работал на Елисейских. В Украине есть три беды. Дороги и дураки, и дураки, показывающие дорогу. Были у нас улыбки. А вот нам не верится, Настенька. Было, да? Было. Ребята, вы выиграли 10 тысяч гривен. Спасибо. Собирайте свои деньги. Честно, очень рада, что получился такой дебют. Написали шутки и очень рада, что понравились эти шутки. Очень довольны. Раньше за плохое поведение детям говорили, что их заберет бабай. Сейчас же непослушных детей пугают совершенно по-другому. Говорят, что отключат Wi-Fi или заберут планшет. А самое страшное, не пустят на шоу «Рассмеши комика». Так что, дети, будьте послушными и приезжайте к нам. С вами была Настя Ковинская. Пока! Ваші діти талановиті, дотепні та прикольні? Ми зробимо їх зірками. Беріть участь в онлайн-проєкті «Комік Діти». Найкращі відео ми покажемо на офіційних сторінках 1+1 та «Кварталу» у соцмережах та в ефірі телеканалу «Квартал ТВ». Надсилайте гумористичне відео з дітьми на електронну пошту comikdity@ukrnet. Деталі на сайті студії «Квартал 95».
рады меня литературные репризы. Есть юмор, что актуален годами. Из нас начался и не закончится нами. Показать на пятно, ухватиться за нос. А слабо рассмешить по-другому до слез.